И все его скины выставлю на рынок. О, и куплю кучу комонок, прикиньте. От меня что происходит? Продам его нож за 0.03. И я не шучу. Все, мужики, погнали заходить. У меня ножик продался за 160 голды. Мои все... Здорово всем, ребята, Кентуга на проводе. И прямо сегодня, леди и джентльмен, я ломану стримера прямо у него на стриме и продам весь его инвентарь. Ну а потом, после этого, мы посмотрим на его реакцию. Я позову его в прокачку, это будет нереально крутое видео. Потом, братишечка, прямо сейчас прожимай лайкусик, иначе я приду к тебе и продам тоже весь твой инвентарь. Подпишись на мой канал и напиши любой хороший комментарий. Если ты все это сделаешь, с меня косарь голдишечки. Ну что же, а мы приходим на стрим к стримеру. Вы спросите, откуда у меня его логин и пароль, правильно? Так вот же, ребята, я его буквально пару недель назад прокачивал, и он с того момента не поменял пароль. Поэтому прямо сейчас мы немножко наведем суеты. Все, мужики, ждем, чтобы он подрубил стрим. Прикинулся маме, что завод болел, в школу не пошел, чтобы постримить. Он говорит, что он даже в школу не пошел, чтобы постримить. Да, Раулечка ты моя, мой тебе совет. После прокачки от Кента ПК надо менять твой парольчик. Хотя я, короче, тут чуть побегаю, сейчас идем дуэль. Он разминается перед дуэлечками, там собрал с кем-то дуэльки играть. Ну что, мужики, погнали на аккаунт молодого. Я захожу на его аккаунт, прямо сейчас у него ник серфер на ютубе, потом почтенный. Давайте наводить суету. Так, все, ребята, я на его аккаунте прямо сейчас, блин. Так, пишу. Серфер бот Галимый. Галим. Серфер бот Галимый. И давайте поменяем аватарочку. Давайте я так поменяем на вот этого типа. О, на вот этого типа. Мне кажется, он вообще не понимает, что там происходит. И давайте еще по фану запущу катку в союзниках. Братан, извини, я понимаю, это реально жестко, но это все пранк. А если еще, пацаны, потом я прокачаю, все будет нормально, поэтому пока что можно немножко суеты навести. Он по-любому не понимает, что происходит. Серфер бот. Такого не было, такого у меня серфер, вот, и аватарка у меня... Интересно, чем в чате пишут? Кент ПК или котик скамит? Все понятно. Братва, вы чё? Я не такой. А давайте мы сейчас зайдем на его аккаунт и все его скины выставлю на рынок. О, и куплю кучу комонок. Прикиньте. Просто представьте его реакцию. Он наверное, вообще челюха отлетит у типа. Залетел на его аккаунт. И прямо сейчас выставляю вот все его самые дорогие скины. Вот этот нож выставляю просто так за 2300 на рынок. О, имба, поставил на продажу. Так, и я в М-генезис ставлю на продажу. Еще поставил за 2к на продажу. Найс, найс. И теперь давайте куплю как можно больше анкомонок. Штук 100. А ну-ка. Имба. Быстрее я захожу. Да! Заказал или нет? Что, быстрее поставил запрос на покупку? Погнали, выходи с аккаунта и давайте посмотрим на его реакцию. Че он там? Че это убей? Куплю. Да-да. Че это такое? Успокойся. Что это? Нету. От меня что происходит? Что это такое? Парень просто в шоках, не понимаешь, что происходит. Посмотрите на выражение его лица. Отмени 49 штук, что это такое? Я не ставил это. Это моя голда. И давайте зайду в третий раз. И третий раз будет самый жесткий, потому что я зайду и прямо сейчас продам его нож за 0.03. И я не шучу. Все, мужики, погнали заходить. Сейчас будет за мой жесткий раз. Но я говорю сразу, я ему все отдам, поэтому не переживайте. Ну а прямо сейчас, ребята, будет очень жестко. Я захожу, и я продаю его керамид за 200 голдишки. За 200. Как же это жестко. Не, у меня просто нету слов. Все, продал керамид за 200 голды. После этого давайте я выйду с его клана. Просто залетаю, выхожу с его клана. Вот так, настройки. Покинуть клан. Вышел из клана и меняю. И меня ник на серфер бот. Блин. И давайте аватарочку поменяю на вот такую вот. Не, мне кажется, это будет очень жестко, ребят. Пожалуйста, прожмите за это лайк. Братик, надеюсь, ты на меня не обижаешься. Это все пранки, я тебе все дам. Потом будут прокачки на интерьер, потом, братик, не злись. Так, чему еще продадим? Чему еще
с Парканом. Давайте еще продам, например, его береце. Ну, мне кажется, слишком жалко все арканы, но я не могу, рука не поднимется. Но береце за 15 золотых тоже продадим. О, и давайте я куплю один рвеншкастик. Все, я выхожу, погнали смотреть на его реакцию. Что? Серфербоут, я поменял же. Что происходит? Ой. Что это? Ножик! У меня ножик продался за 160 голды! Мои все... Блин, мне немножко это жалко стало. Брат, ну не расстраивайся. Блин, посмотрите на выражение в лица. Блин, ребята, мне уже когда жалко стало, надо быстрее говорить, что это пранк. Он стрим выключил. Этого было, он только что оффлайн стрим. Блин, ребята, как же мне его жалко. Смотрите, реально оффлайн стрим, посмотрите, он пришел плакать. Братик, ты чё? Не, ребят, походу пранк зашел слишком далеко. Давайте максимально быстро его набирать в дискорде. А то реально мне аж как-то, ну, неловко стало. Ребят, прямо сейчас я его набираю. Алло, брат, ты тут? Кент, брат, я не знаю, как это произошло. Я сижу, стримлю, короче, Помнишь, что ты меня прокачивал? Подари, да, конечно, помню, брат. Меня взломали и слили мой ножик за... Ну, там, серьезно? Да, помоги, пожалуйста, я не знаю, что мне делать. Мой ножик, который ты мне подарил, его просто слили за 100 голды. Я не знаю, что мне делать, как мне без ножа. Брат, кто это? Падаль! Кто это, падаль? Слушай, а ты менял логин и пароль после прокачки инвентаря? Нет. Не менял. Братик, ты попал в откачку инвентаря! Твою откачку, ты чё несёшь? Братик... Это ты? Это да! Да! Брат, смотри, я прям сейчас на том аккаунте покупаю 3 кастика. Смотри, я умею ванговать, в курсе? Мне сейчас вообще не смешно, понимаешь? Мне сейчас вообще ни капельки не смешно. Братик, ты что делаешь? Открываем, и пар кастик тебе выпадает. Рарочка, дорогой! Ты что делаем? Братик. Не, может, конечно... Смотри, типа... открываем. Брат, это откачка инвентаря. Не, может ты не с той ноги встал, я не знаю, что с тобой. Брат, ну смотри, в прошлый раз ты попал в прокачку инвентаря, а в этот раз в откачку. Что я сделал? За что так со мной, за что? Брат, рассказать за что? Ну, за что, я ничего не делал. Ты готов узнать реальную причину? Да. Ты готов, скажи мне, громче, как мужик? Я готов, да, какая реальная причина, что я сделал? Я ничего, никаких грехов не совершил. Брат, что я сделал? Брат, потому что ты попал второй раз в прокачку инвентаря! Иди нахер, это мне первого раза хватило, что ты делаешь? Брат, ты не понял? Я тебе дам! Голдишечка, мы сейчас залетим. Знаешь, куда мы залетим, брат? Куда мы залетим, как ты думаешь? Блин, мне от таких пранков на сердце скоро остановится. Куда залетим, куда? Брат, мы залетаем на ба Ну шо, братанчик? Выбирай любой касочек. С чего ты хочешь начать, сладкий ты мой? Кейсик, ну вот, король драконов. Мне одноклассник, одноклассник рассказывал то, что там поднялся жестко, там понтовался передо мной. 5 штучек, смотри, готов на мужика? Давай. 1, 2, 3, погнали! С первой же попытки! 2500, сюда на базу, драгулечка, ты моё! Сюда на базу! Продаем. Так, брать, у нас уже 4500. Так, а что дальше мне открывать? Давай подумаем. Ошалеть. Давай, ютубер, стой, ни кента, ни какого кента. Вот, тик-так, хороший ютубер. Слышишь? Мне нравится тик-так. Давай, тик-так. Ну давай, ты думаешь, тик-так более купаемый, чем я, дядь, смотри. Конечно, намного купаемым, чем. О, 500. А теперь смотри меня, мне вообще нож может дробнуться с меня. Смотри. Какой ножик? Смотри, смотришь, и раз, и два, и три, погнали! Не понял. Ну я-то что говорил? Я говорю, я реально купаю. Слышишь, я буду опять откачка инвентаря, братик, ты не наглей. Ты совесть имей. Молчу, брат, давай открывай, давай еще. Братик, а ты знаешь про новый ивент, обменник Мерлина? Не. Мы, короче, потом смотри, насколько голдишечки мы откроем кастики, потом нам сколько дадут кровушки дракона, и мы эту кровушку дракона обменяем на какой-то скин еще на халяву, прикинь, как круто. Фига себе, нормально. А давай на булдропе заберем наши награды на булпасе. Да, награды, давай награды, да. Брат, у нас же там куча наград, мы еще благодаря наградам поднимемся так, что ты обалдеешь. Еще челюх отлетит, брат, отвечаю. А? Вот смотри. А, что-то на кейсах вообще. Смотри, нож! Нож! Ой, это на халяву! Прикинь. А ну шали. Смотри. Нам король драконов на халяву разрешили открыть. Открываем. Давай. Обалдеть. Хорошо, давай. Брат, он стоит 200 голдишки, прикинь. И что нам с него падает? Легендарка.
рядом. Нормально, дядя, это бесплатно. У нас на брата валик 3К. Брат, мы богатый. Так, давай еще заберем. Что там еще можно забрать по призам? У меня, мы же, брат, был пасик прошли. Опа, давай вот это. Смотри, 250 голдишки забрали. А вот это сколько? А кардиджинал бёрст. А сколько он стоит? Сколько он стоит? Брат, ну тоже голды 300. А ну-ка, выбирай, левый или правый? Правый. Брат, давай правый. О, нож, все, разлился на голды. Мы, брат, богатые, 400 голды на базу. Nice, брат, nice. Давай так. Давай два ножевых на мужика. Ты готов рискнуть всем? Два ножевых. Да-да, нет. Готов. Все, крепко. Давай. Готов. Раз, и два, и три. Давай. Плюс все имба. Брат, у нас уже 5К. 5К на балике, прикинь. Брат, где поднимем еще? Давай сапера попробуем. Давай, сапера, рискнем на мужика. Просто да-да, нет. Ой, дядь, это жестко. Давай 9 бомбочек. Ставлю косаричек. Дядь, косарщик, ставлю. Ты готов? Скажи мне. Готов, я очень. Давай, брат, выбираем. Куда будем сейчас ставить? Давай. Давай верхний, левый. Давай, сам, да. Блин! Ё-моё, ну как так? Брат, давай еще раз. 2К ставлю. 2К. Давай. Мы должны отыграться. Брат, 2К. Сейчас мы или все проиграем, пожалуйста, или поднимемся. Пожалуйста. Верхний, подними, левый. Подними. Давай. Да! Туда. Нормально, брат! Ну, хорошо, давай хорошо. Еще раз и вывожу. Дай подумаем, ну, куда ты кнул? Пожалуйста. Я не знаю, куда. Брат, давай, говори! Давай. Хорошо. Давай снизу, нижний ряд где-то. Давай. Да! Ой, замечательно! Брат, да! Вывожу! 7К! Имба! Слушай, а да, теперь... Да, я даже уже счастлив, то, что нет, эту откачку сделал. Даже неплохо, брат! Брат, а теперь давай продадим те скины, которые мы получили с булпаса. И посмотрим, что у нас, сколько у нас будут голдишки на балике, прикинь. Дело говоришь, давай. Ну что, братишек, мы все продали, что у нас было с наград, и ты посмотри. Слышь, Кент, слышь меня, да, слышь, да, меня, да. Кент. Слышу. Ну, Кент, я вот твой подписчик, я думаю о своих же вот пацанах, таких же, как я. Ты им что-то вот подарить можешь? Вот? Конечно, без проблем. Короче, мужики, смотрите, вводите этот код, нажимаете «Получить бонус». И вуаля, вы получаете бонус на халяву, братва, и потом идете в обменник первый и меняете его. Ну а мы, ребята, идем на вывод. Ну что, братанчик, ты рад-то или нет, а? Я вообще в шоке! Идемте на вывод, мужики. Ну что же, братанчик, мы идем на вывод, я правильно понимаю, да? Да. Конечно же, потом, братик, прямо сейчас вожу твои дишечки. Выводим тебе 7500 голдишечки, нажимаем вывести. И теперь нам надо просто ждать. Перемещаемся в стендов! Братанчик, смотри балансик. 9400, брат, чё, я не знаю, давай покупать что-то. В смысле, чё, это булдропчик, это наши братики. Ну что, братанчик, погнали. Да, я хочу себе ножик. Брат, какой ножик, рассказ, какой? Хочу, давай, бабочку. Бабушку хочешь? Брат, мы же легаси бахнем. Мы как богатые люди. Давай легаси. Хэштег легаси топ. Брат, а кто тоже любит легаси? Плюсы комментарий, брат, у нас еще 7К осталось, ты гонишь. Да, и к этой легаси бабочку еще перчатки нужны, по-любому. Базара, зиро перчатки. А у тебя нет перчаток? Не вообще. А, нет, есть перчатки, но они там такие дешевые. Дешевые, брат, погнали, да. Какие перчатки хочешь? Вот просто скажи стоп, и мы их купим. Ты можешь купить любые перчатки, прикинь, вообще любые, даже самые дорогие. Вообще любые, я не знаю, давай какие-нибудь, вон, панки, давай панки купим. Вот, 2200. Панки? Панки, брат, да. Ну давай, 2200. Сюда на базу. Ну что, ты рад? Да конечно, рад. Даже вот то, что ты меня развел сначала, даже вот это можно простить. Брат, ну чё дальше еще? И калаши. АКРчик, куда без АКРчик? Какой, брат? Вот просто выбрали любой. А может, АКР ТХ купим на все бабки? ТХ? Я не знаю. Или это жестко? Очень жестко. Не, или... давай что-то подешевле. Кардрагон сатрек. Давай кардрагон сатрек. Давай, брат. Берем с наклейкой. С наклейкой. Конечно, брат. Подожди, а может есть какой-то более крутой с наклейками? Не, дальше лажа. Все, брат, берем. Раз, два, три. Купили. Да ты чё, брат, у тебя осталось 2700 голдишки. Посмотри, какие у тебя крутые скины. Сразу применяю. Да ты чё, все девки будут твои. Брат, у тебя нет эмочки? У тебя эмочки нет? Нету. Так надо эмочки купить, не? Надо.
Конечно надо, брат, погнали. Какую эмочку берем, выбирай. Эмочку. Сколько у меня? 2700? Я не знаю, на всю голду купить, либо какую-нибудь подешевле. Не, оставь еще себе. Давай инкромансер купим. Какой нормальный варь. Не-не-не, стой, пиксель 100. Пиксель 100 такой золотой. Вот. О, брат, я смотрю, ты любишь богатую жизнь. Конечно. Да, слушай, бабочки. Вот это у тебя инвентарь. Ты посмотри, какая красота. Чисто аккаунт донатера какого-то жесткого, братик, я тебя поздравляю. Слушай, а давай 1500 ставим тебе? Ты что хочешь, то и купишь. Давай. Ну что же, в принципе, на этом все. Братик, тебе понравилось-то? Сначала я не знаю, у меня... Я очень злился на тебя, но теперь, ну спасибо большое. Ну что же, уже подписчики, прямо в эту секунду прожмите лайкусик, подпишитесь на мой канал. Если вы тоже хотите попасть в прокачки инвентаря, прямо сейчас подписывайтесь в мой телеграмчик, а то если не подпишетесь, попадете в откачку. Всем удачи, всем пока.